Так, давайте начнем с Best Print, изготовление эффективной наружной интерьерной рекламы, ремонт рекламных вывесок. Так, рекламщики меня не должны подвести. Увеличим количество посетителей от 20% за счет эффективных рекламных вывесок. Вот это хорошая картинка. Пресволы вообще отлично. Гарантия качества. Но пресволы, конечно, это рулапы, это отдельная история, и на них зачастую отдельно делаются, ну, либо страницы, либо имеются страницы сайта, я имею в виду, конечно же. Настелы обычно отдельно делаются. Ну, вообще все это вместе обычно не рекламируется. Но если это Новосибирск, то нормально. Привет новосибирским. У меня прям очень много клиентов особо пошло из Новосибирска. Так. Получить подарок. ВЛО-потребитель, режим работы. А, вот. Акция. Закажи рекламную конструкцию на сумму от 30 тысяч рублей в подарок. Режим работы и уголок потребителя только до конца января 2016 года. Все вместе не складывается. Вот из-за вот этого фона не складывается все вместе. Надо как-то вместе объединить. Вот именно проблема всегда, кстати, блока акции в том, что крайне сложно его правильно скомпоновать. Широкоформатная интерьерная печать на баннере, смотрящейся пленки, холсте. Не в тему. Ну, то есть и в тему, и не в тему одновременно. Потому что широкоформатная интерьерная печать – это немножко и не всегда рекламные вывески и так далее. То есть, опять же, попытка впихнуть невпихуемое обычно приводит к большим проблемам. Скажи рекламный конструктор до конца января. Так, автобрендинг, ваша реклама. Цен. Не хватает цен. От автобрендинг от 10 тысяч рублей. От цен нет. Кнопки заказать нет. А, наверное, тут вот что происходит, да. Крайне желательно это все. Но это не загрузится сейчас у меня. Цены, кнопка, цены, кнопка. Вообще забудьте о том, что люди знают, что надо куда-то тыкать. Просто забудьте об этом. Пример приведу. Сайт Monster Context. Лезем ниже, также можем увеличить доход вашей компании. То же самое. Вот абсолютно недавно добавил кнопки, ну, наверное, может, месяца два назад, два с половиной. Я думал, что такое, почему люди мало кликают вот на это все? Да потому что не все люди догоняют, что надо куда-то кликать. То есть при наведении, что тут подробнее, это никому не интересно. А когда появились кнопки «Посмотреть детальнее», они начали нажимать на кнопки «Посмотреть детальнее». Хотя те же самые действия. Действия никакие не меняются. Так, ремонт вывесок, наружной рекламы, этап разработки. Ну, опять же, да, я повторюсь, впихнуть невпихуемое здесь получилось. То есть... Так... Закрыл я лендинг, но и к нему надо ссылаться, конечно же. В лендинг-пейдж играют основную роль три вещи. Идея, подача, предложение, УТП. Ну, УТП имеется в виду уникального торгового предложения. Схематичность и последовательность. И копирайтинг на странице. Давайте попробуем вот с этой стороны посмотреть на этот сайт. Именно с трех этих вещей. Первое. Уникальное торговое предложение. Увеличиваем количество посетителей от 20% за счет эффективных рекламных вывесок. Хрен с ним. Есть. Дальше. Поехали. Последовательность. Увеличим. Так. Заказать сейчас. Предварительная форма оформления заказа. Оставьте заявку на бесплатный замер консультации. Нормально. Поехали дальше. Здесь решил не заказывать. Получить подарок. То есть сначала заказать, потом подарок. Логика. Потом пошло широкоформатная интерьерная печать на баннере, смоклеющиеся пленки. Причем непонятно, это услуга ваша или она входит сюда. Ну, опять же, я знаю, что заказчики некоторые знают, некоторые не знают ни хрена.
Они в шоке, логика прямо прет. Дальше, получить полный прайс на широкоформатную печать. Ладно, это к этому же блоку относится. Закажи рекламную конструкцию до конца января 2016 года, дизайн-макет в подарок. Как получилось так, что сначала идет широкоформатная интерьерная печать, потом идет рекламная конструкция? Я понимаю, что широкоформатная печать и рекламная сама конструкция – это, в принципе, две вещи, которые не разделяются. Но здесь надо какой-то блок сделать, его не хватает для логики. То есть вам нужна и широкоформатка для того, чтобы… Ну, то есть человеку надо выбрать, да, что-то, пресс-воллы, роллапы. Я, кстати, уверен, что люди вот сюда еще кликают. Крышные установки, консоли, штендеры, там, автобрендинг, еще чего-то. Ну, кликают они. И им надо посмотреть информацию. А здесь этой информации не хватает как раз. Просто логики даже не хватает. Не то, что информации. Информация здесь до хрена. Она просто набросана. Почему вам выгодно работать с нами? Опытный маркетолог. Собственное производство. Замеры. Опытный маркетолог и женщина. У женщины имени нету. Она маркетолог. Запомнили. Время изготовления. Все. Окей. Логика. Здесь должна быть последовательность. Вот на этом лендинге основное, что нужно исправить, это добавить какой-то один блок, которого не хватает. Возможно, картинку эту как-то переделать, добавить на нее кнопочки, чтобы можно было куда-то переходить. Ну, чтобы вниз хотя бы, имеется в виду, листалось, и там было более детально расписано о каждом предложении. Потому что тут расписывается все подряд, логики, к сожалению, нет. Но я бы так не делал. Это вот мое мнение.